В центре Лондона на улице Хаумборн обрушилась часть здания. Возле дома внизу стояла припаркованная машина с людьми. Огромные уламки здания упали прямо на эту машину, в результате чего погибла женщина. Также довольно сильно пострадали еще 3 человека, один из них просто проходивший мимо мужчина. Сообщается, что причиной обвала дома стал сильный ветер.